Зеркала для велосипедов в прежнее время были распространены гораздо шире, чем сейчас. Вспомните детство, каждый салют или аист комплектовался ими по дефолту. «Без зеркала нельзя ездить», — думал я, — «мне нужен задний обзор». Со временем выяснилось, что этот обзор как дверной глазок, и разглядеть в него полезную информацию непросто. И, честно говоря, я в заблуждении. Как по мне, зеркало на велосипеде — это лишнее. А что думаешь ты, нужно ли зеркало на велосипеде или нет? Комментарии приветствуются.